тебе помешала? Но я должна сообщить тебе ужасное известие. У меня в кафе увели перчатки, и я полюбила другого. Ты меня понимаешь, Шурик? Что перчатки? Да не перчатки! А я полюбила другого. Только не возражай, и не нужно, пожалуйста, устраивать сцену. Что? Ты спрашиваешь, кто он? И, конечно же, ты думаешь, что это Бояринцев. Нет, не угадал. Рожкин тоже не угадал. Ну ладно, не будем играть в прятки. Это наш кинорежиссер Якин. Однако это странно. Даже просто как-то волнительно. Ему говорят, что жена уходит от него, а он так. Это просто невоспитанно. Это тот. Один. Высокий. Ну это просто безобразие. Так не интересоваться собственной женой. Блондин – это Бояринцев. А Якин, он талантливый. Ты спрашиваешь, где мы будем жить? Сегодня?